Привет, друзья! Вчера мне нужно было вывести экран смартфона на компьютер. И как большинство из нас, сразу же пошел лазить по интернет-пространству, чтобы найти ответ на этот вопрос. И наткнулся я на довольно простой и полезный софт под названием iMyPhone Miro 2. С помощью его вы сможете с легкостью делиться экраном с устройства iOS или Android на ПК. А именно, управлять своим телефоном с экрана компьютера, свободно играть в мобильные игры, листать социальные приложения, проводить онлайн-конференции с телефона на ПК. Теперь настало время разобраться и опробовать iMyPhone Miro 2. Ставьте лайки, ломайте кнопку подписаться и полетели! Ссылку для скачивания и сайт продукта вы сможете найти внизу в описании видео. Как видите, я уже скачал и открыл iMyPhone Miro 2. В верхней строке самого основного и полезного мы сможем заметить настройки приложения, в которых легко разобраться, а теперь к самому главному. Перед нами есть два баннера для выбора операционной системы вашего гаджета. Если у вас Android, тогда переходим по тайм-коду в описании. А сейчас мы рассмотрим Miro 2 для iOS. Перейдя по кладке для iOS, у нас есть два возможных варианта подключения через Wi-Fi и через USB. Разберем способ через Wi-Fi. Для этого открываем строку управления, кликаем по этой кнопке с повтором экрана и просто жмем на строчку с Miro 2. Теперь наш экран показывается на ПК, но в данном способе нужно, чтобы устройства были подключены к одной Wi-Fi сети. Другой способ передачи экрана с iOS также прост. Нужно связать устройство по проводу, выбрать название гаджета и все готово. iMyPhone Miro 2 сделает все за вас. Теперь давайте разберем Connect с гаджетом на базе операционной системы Android. У нас доступен способ подключения через USB. Коннектим устройство проводом, и у нас появляется строка для разрешения при связке устройств, я тыкаю без передачи данных. Но могут быть случаи на гаджетах, при которых нужно разрешить передачу данных. Выбираем наш гаджет, теперь открываем настройки своего телефона, нажимаем «Мой телефон», клацаем много раз на версию вашего пользовательского интерфейса MIUI. После большинства нажатий нам стали доступны настройки для разработчиков. Выходим в главное меню настроек и залетаем во вкладку «Расширенные настройки». Ищем меню для разработчиков, включаем отладку по USB и все готово. На панели слева у нас доступно много интересных функций. Ну вот и все, друзья, видео подходит к концу. Качайте iMyPhone Miro 2 по ссылке в описании, и вы сможете без проблем вывести экран вашего гаджета на ПК. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, есть вопросы, пишите. Всем желаю удачи и пока-пока!